Люди в белоснежных бескозырках и черных беретах собрались вместе возле Монумента Победы, чтобы отметить день одного из самых романтичных видов войск – День военно-морского флота. Точной даты его празднования нет. Он проводится в последнее воскресенье июля. И вот накануне мариманы, именно так уважительно называют тех, кто отдал годы службы этому роду войск, получили поздравления. Счастья, здоровья и благополучия. И дай Бог, чтобы наши военно-морские силы стояли на страже мира, охраняли нас, и чтобы войны никогда не было. Флот во время войны сделал очень многое для армии, и благо, что в последнее время применять орудия не приходится, хотя несение боевого дежурства все-таки имеет место быть. Наиль Хадиуллин служил минером-торпедистом на корабле под названием «Разъяренный», и они контролировали действия американского авианосца «Интерпрайз». Было это в начале 70-х годов, хотя, как признается моряк, служба запомнилась ему не только этим. Служба спокойная, без дедовщины, романтика все-таки, в стольких странах были, вот, я считал, вот 12 странах был я. За три года, три месяца. Рядом с мужчинами в белоснежной форме стоят парни в черных кителях. Это морские пехотинцы. У них, в отличие от моряков, боевая задача немного иная. Да и рассказывать про нее нельзя. Служба засекречена. Вот и Николай Никитин держит свое слово и говорит только о том, как его тянет к воде. Тянет что-то, и все. Душа это, да. Не зря же говорят, не бывает этих моряков, этих бывших. И так думают все те, кто хоть когда-то бороздил морские просторы и стоял в строю на боевых кораблях. А по окончанию митинга моряки и морские пехотинцы возложили цветы к вечному огню и прошлись после него парадным строем, отдавая дань памяти ветеранам различных войн. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.